Лес, конечно, не проснулся от снега. Поля тоже, на что я рассчитывал. Поэтому пришлось заехать вот сюда, на Копи. Тупо покопаться пару часиков в отвале. Если солнце с юга, северный склон, вот этой опушки леса, там тоже ничего хорошего. Да и машину поставить негде. А здесь можно вот на таких вот протаренках, снег сел, кое-где и зарубиться. Вот здесь вот можно. Там вон большая яма. Кстати, кто-то уже копался. Попробуем пощекотать этот отвал. Вот этот. Очень хорошо смотрится. Даже, пожалуй, с него и начнем. Так, главное, какая здесь глубина, то по шею. Нет, снег сел, поэтому, да и мало его нынче было. Яму-то даже не завалило. Так, ну вот. Попробуем расчистить немножко. Ну вот, минут 10 ушло на то, чтобы немножко очиститься. Вот. Я с собой вожу вот такую вот лопату. Лопата совковая, но видите, какое острие у нее мощное. Удобная штука. И отбрасывать грунт можно лучше, чем штыковой. Ну, кайло, конечно. Пенка, чтобы можно было царапаться. Ну и там маленький молоток еще есть. Так, надуваем. Ну вот примерно вот в таком темпе. Ух ты, даже упал. Так вот и работаешь. Сменил место. Ничего там не попадает. Ну вот, ясно, что пегматит. Так. Вот пегматит какой. Интересный. Пегматит и кварчик. Все как и должно быть. Ну, в общем, что-то интересного непонятно тут. Все замороженное.
Даже вот если есть какие-то комки, непонятно, что здесь. Ясно, что пигматит тут. Ну вот что это. Кусок кварца, что ли. Вот так вот, что подозрительно собираешь в мешочек, чтоб дома в теплой воде оттаяло. Может быть, что-то видно. Кварчик виден. Ух ты. Какая-то слюда. Может, еще что-нибудь уберем. Это какой-то легкий. Пойдем дальше. Ну, конечно, для меня всегда привлекательны вот такие вот моменты. Видите, яма, деревья старые как раз на краю стоят. Такие вот места, где их корни. Ну, это надо подкапываться летом туда вот. И здесь то же самое, но тем не менее попробую сейчас. Вот для примера, большое дерево, у него корни. Корни растут, дерево растет, корни растут. И вот между корнями бывает задерживаются некоторые неплохие образцы. Но... Ну вот, видите как. На сей раз ничего интересного. Но видно, что пигматит. Красивый пигматит, конечно. Тоже что-то застыло все. Вот тоже отмыть надо. Вот так вот.